Алиса, а кто такой Глэк? Ответ есть на ответ mail.ru. Читаю. Глэк. Так называют людей-идиотов, имеющих глупое выражение лица. А если из украинского, то это глиняный горшок. Но в сленге больше используя обозначение «полный идиот». Есть разные значения. Прыщавый парень. Шлакоблок. Псевдоним одного из популярных видеоблогеров Дениса Петрова. Худощавый. Чего, блядь? Плохо одет. И выглядит... Чего, нахуй? Старый сорт груш. Широко... Чё ты сейчас сказала, тварина? Чё ты ляпнул? Вы слышали, сука, чё сказал? Alright, next question. Алиса, а кто такой Глэк? На ответ mail.ru есть такой ответ. Глэк. Так называют людей-идиотов, имеющих глупое выражение лица. А если из украинского, то это глиняный горшок. Но в сленге, больше используя обозначение «полный идиот». Есть разные значения. Прыщавый парень. Шлакоблок. Псевдоним одного из популярных видеоблогеров Дениса Петрова. Худощавый парень. Зачастую плохо одет и выглядит как говно. Старый сорт груш, широко распространенный на территории Украины.